Новогодние праздники ждут все, ведь это время чудес, ну и, конечно, долгожданного отдыха. Однако для сотрудников МЧС это период повышенной боевой готовности из-за череды мелких возгораний и крупных пожаров. Именно о вопросах пожарной безопасности решили поговорить спасатели с членами Союза садоводов России. Этим людям не страшны ни скачки рубля, ни жесткие санкции. Все, что посадит садовод, вырастет независимо от экономической ситуации. Сейчас сады и дачи для кого-то стали местом отдыха, но для многих это способ экономии семейного бюджета. Тем более обидно, когда на даче случается пожар. За последние 5 лет более 340 возгораний зарегистрированы в садоводческих товариществах Чувашии. В них погибло 20 человек. Перед Новым годом сотрудники МЧС Чувашии обсудили вопросы профилактики с активом садоводов. Кстати, именно в новогодний период количество пожаров возрастает в 2 раза. Гибель людей в 3. Сотрудники МЧС Чувашии просят быть особенно внимательными в это время.